Всем привет! Сегодня я буду делать охлаждающий домик для крыс из контейнеров. Контейнеры я купила в фикс-прайсе. По ходу дела буду смотреть. У меня есть небольшая задумка, потому что очень жарко, и крысы мои тяжело переносят жару. Так, вот у меня клеевой пистолет. Сейчас я тут все буду открывать. Так, сейчас откроем. Так, ну вот у меня будет побольше контейнер и поменьше. Я хочу сделать, чтобы один вставлялся в один. Здесь сделать вход и сюда класть лед. И крышкой все это закрывать. Для начала я уберу из маленького контейнера вот здесь. Вот сейчас обрежу вот эту, в общем, чтобы крышка не мешала. Попробую ножиком вот этим. Не знаю, получится или нет. Так, ну вот я обрезала относительно ровно, ну как получилось, тут чуть-чуть даже у меня треснуло, как обычно. Ну ничего страшного, другого контейнера нет, почему-то сейчас не продают такие побольше. Буду делать из этого. Теперь я сделаю, вот у меня так будет стоять, и я сделаю вход вот здесь сейчас одинаковый в одном и в другом и закреплю. Так, ну вот так у меня получается. Это будет вход. Теперь я проделаю дырочки в двух контейнерах, чтобы вот этот внутренний закрепить, чтобы он туда-сюда не ходил. Но буду делать близко-близко ко входу, чтобы вот это вот потом мне тоже можно было закрепить. Так, крепить я буду на вот эти хомуты, зажимы, как их называют правильно, стяжки. Вот у меня есть маленькие, тоже, кстати, в фикс-прайсе купленные. Вот. Тонюсенькие вот эти, красненькие, на них буду крепить сейчас все. Они, кстати, очень плохо режутся, и у меня вот тут вот треснул контейнер. И поэтому я сейчас клеевым пистолетом его буду заклеивать. Буду заклеивать с внутренней стороны, чтобы с той стороны крысы вообще не грызли ничего. Ну, все нормально так заклеено получается, пока держится. Так, ну вот так у меня получается. Сейчас вот эти две я закрепила, сделала вот дырочки. Дырки я делала при помощи отвертки, накалила ее на огне, и она хорошо очень плавится. Вот, получается достаточно крепко. И вход. Теперь надо что-то придумать со входом, чтобы они здесь не порезались. Надо что-то подумать мне. Так, вот здесь я вот эти все сейчас щели залью клеевым пистолетом, чтобы, если что, вода не вытекала. А потом дальше посмотрю. Так, ну буду пробовать сейчас, насколько у меня это получится. Так, ну вот, я проклеила, нормально получилось. Теперь вода проливаться не будет. И вот эту штуку, чтобы они не грызли ничего, этот клей. Значит, в фикс-прайсе продается вот такая вот липучка для одежды, для обуви. Тут вот есть такая мягкая сторона, махровая просто. И я сейчас ей вот здесь просто вот это все обклею, вот так, чтобы было мягко ходить и чтобы они ничего не грызли. Вот я уже делаю, нормально, кстати, получается, все липнет. На пластмассу вообще очень хорошо липнет. И ничего они не будут там грызть, надеюсь. Но вообще они мне не очень любят грызть, поэтому нормально будет все.
Ну, вот одной штучки мне вот тут не хватило. Ну, ничего страшного, потому что тут я клеем не мазала. Будет нормально. Так, ну вот такой, в принципе, контейнер получается. Сюда кладем ледик по периметру. Надо накрыть крышкой. Крышка держаться сейчас будет не особо хорошо. Так, поэтому вот я буду крепить вот этими вот скобами. Так, с одной стороны. И вот так с другой. Ну, вот такой вот охлаждающий домик у меня получился. Сейчас попробую поставить его к крысам. Так, я притащила ледик. Он у меня еще даже не очень сильно замерз. Сейчас я его как-нибудь распихаю. Надо его поломать. Сейчас. Еще у меня есть уточки. Сейчас их тоже буду туда доставать. Вот они, уточки. Прикольно. Это все сюда кидаем. Сильно много класть не буду. Посмотрю, сколько воды будет подниматься, чтобы мне там не затопило ничего. Но я думаю, это нормально, это немного. Вот туда их на дно. Так. Ну все, сейчас попробую поставить крысам. Буду наблюдать за ними сегодня день, как они будут. Будут там вообще лежать или нет. Ну вот, я поставила, теперь он будет так стоять. Может быть, они даже сверху. Вот тут кто-нибудь захочет полежать. Я думаю, там будет так свежо, прохладно. Буду понаблюдаю. Будет кто-нибудь вообще заходить. Моська вот эта, например. Листик, приветик. Спал зайчик мой. Листочек пошел проверять. Залезет он вообще туда или нет. Ну... А то, может, маловато. Вообще, мне кажется, идея неплохая, только нужно как-то его доработать. И, возможно, размер. Я все-таки ошиблась, надо было побольше. Не грызи. Вот я говорила, что у меня крысы не грызучие. Оказывается, листочек очень даже прогрызучий. Листок. Ну, ты вообще обнаглел. Залазь туда, в домик. Давай, 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 давай. Боже, он туда влезет вообще. Надеюсь, он там не застрял. Не, не застрял. Ну, пока как-то так. Со временем, я думаю, выкнутся. Приборчивый. Кстати, наверх положу вот эти пластинки. Они как раз будут тут охлаждаться. Так. Может, тоже кто-нибудь на них поспит. Ну все, всем хорошего дня. Пока-пока.